Ансамбль солистов тебе поем. Константин Александрович Якобсон, художественный руководитель хорового ансамбля, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Все верно сказал. Утро. Подходите к нам, пожалуйста, вот сюда. Поговорим с вами. Мы знаем, что открывается у вас новый творческий сезон в концертном зале Института искусств, насколько я знаю. Это наш основной зал, в котором мы всегда работаем, наш главный зал. Зал, большой зал Института искусств. Скажите, пожалуйста, ну какого числа-то открывается сезон? 25-го, то есть послезавтра. Да нет, завтра уже, знаете ли. О, сегодня уже 24 октября. Вот видите, счастливые часы не замечают так. Да, не наблюдают, совершенно верно. Скажите, чем будете удивлять своих гостей? Ну вот видите, вот программа будет такая популярная, очень демократичная. И, так сказать, от Баха до Офенбаха, что называется. Вот так вот примерно. Ну, от Баха и до современности. Будем петь Баха. Будем петь Щедрина, будем петь Бизе и будем петь Уэбера. То есть у вас никаких вообще границ не существует? Да. Я тоже хотел. Скажите, пожалуйста, можно вот задать вашим подопечным вопрос? Конечно. Кому? Держите смелее. Моим красивым девочкам можете задать. Скажите, пожалуйста, но заслуженный деятель искусств Российской Федерации дает вам хоть какое-то послабление в том, чтобы выбрать себе понравившийся репертуар? Да. То есть у вас демократия какая-то? Но они же ансамбль солистов, вы же называете об этом. Ну да. Они поют ведь не только хором, они поют очень много соло. А уж соло, конечно, это приходит и говорят, я хочу это, я хочу это. Ну, конечно, не все только сами выбирают, мы тоже выбираем, конечно. Но вполне они очень много выбирают сами. Чтобы... Следите за тенденциями, да? Да. Мне всегда интересно, круглый стол, собираются солисты и такое, ну что, тут популярная песня сейчас вышла, цвет настроения, ну что, может быть, как-нибудь необычно ее споем? Кстати говоря, вот что-нибудь современной популярной музыки исполняете? Или только так, для души где-нибудь на шашлыках? Исполняем популярную музыку, разную музыку поем, очень всякую, всякую. Но, безусловно, основа все-таки классика. Основа классика. Скажите, это уже какой по счету творческий сезон вашего коллектива? 28-й. 28-й. Я вас поздравляю. Осталось совсем немного и уже юбилей. С юбилеем вас будем поздравлять в этой студии. Маленький юбилей, 30-й, да, должен быть через 2 года. Как-то поменялся коллектив за это время? Я имею в виду, что вот кто пришел, кто остался. Ну, как были красивые, так и есть все красивые. Это, безусловно, это даже не кривя душой. Но, а много ли старожилов? Есть. Есть. Вот одна из старожилов здесь. Ну, мы не будем называть, нет, потому что конечно. Они все молодые. Естественно, естественно. Все молодые. Я ими питаюсь, иначе как иначе? Подпитка своеобразная. Хорошо, но мы же понимаем, что здесь не весь коллектив. Нет, конечно, нет. Ну, у вас студия маловатая. Если мы все начнем петь, у вас же все рухнет здесь. Да вы что? Это проверить. Тогда, видимо, давайте мы к вам на юбилей придем. Приходите, мы будем очень рады. Института искусств, чтобы уже все поместились. 25-го в 19 часов. Константин Александрович, такой вопрос, знаете, чисто вот. А вот вы сами что слушаете-то? Вот, не знаю, вы если в машине передвигаетесь. Не знаю, интересно, когда люди занимаются классикой. Вы знаете, как бы вам сказать, музыку я сейчас очень мало слушаю. Вот, потому что, ну, наслушался очень много, и это моя работа. Я в машине в основном слушаю чаще всего радио, которое передает какие-то отрывки из классики. Я имею в виду прозу, стихи, вот как-то больше. Ну, новости слушаете, наверное, тоже? Ну, безусловно. Куда новости, конечно, да. Новости тоже слушаю, да. Вот давайте самую важную новость, которую вы сейчас можете принести всем нам и нашим телезрителям. Тепло ли в Красноярске в данную минуту? Тепло, батенька, тепло. Ну что, сегодня у нас в студии хоровой ансамбль солистов «Тебе поем». Константин Александрович Якобсон, художественный руководитель хорового ансамбля солистов, заслуженный деятель искусств в Российской Федерации. В Российской Федерации. Да. Спасибо. Мы вот так на самом деле гордимся вами и желаем вам, конечно, хорошего третьего сезона. Да? Спасибо. И мы постараемся прийти. Приглашайте нас, да. Ну, а мы перейдем к следующему сюжету, да, поговорим о вопросах таких серьезных. Серьезных, да, правовых, юридических, да. Каждый понедельник и каждую среду на нашем телеканале выходит подсказка для всех тех, кто не может определиться в этой сфере. Рубрика «Спроси юриста», она называется, и вы в эту рубрику можете задавать свои вопросы, если дозвонитесь к нам в редакцию 233-1166. Очередная порция ответов уже сейчас.